Площадь треугольника равна половине произведения двух его сторон и синуса угла между ними. Для начала сделаем рисунок, запишем тону. У нас есть треугольник ABC, в котором нам известно, что сторона AB равна A. Сторона AC равна B. Угол А равен альфа. Рассмотрим случай для угла А. Угол А острый, то есть угол альфа лежит от 0 до 90 градусов. Во втором случае угол альфа прямой, то есть он равен 90 градусов. И в третьем случае угол альфа тупой, то есть лежит в интервале от 90 градусов до 180 градусов. В теореме нам нужно доказать, что площадь треугольника равна полупроизведению двух его сторон, 1/2 АВ, умноженная на синус угла между ними, на синус угла альфа. Для доказательства нам необходима формула площади треугольника. Площадь треугольника равна полупроизведению основания на высоту, проведенную к ней. Также нам понадобится формула приведения для синуса. Синус 180 градусов минус альфа – это синус угла альфа. Эти формулы нужно знать. Рассмотрим первый случай, когда угол альфа острый. Воспользуемся формулой площади. Тогда площадь треугольника ABC будет равняться полупроизведению основания AC на высоту, проведенную к ней, на BH. Рассмотрим треугольник ABH и напишем синус угла А. Тогда синус угла А будет равен отношению противолежащего катета BH на гипотенузу, на AB. Выразим отсюда BH. Тогда у нас получается, что высота BH будет равняться сторона AB, умноженная на синус угла А. Подставим сюда наши данные. Тогда высота BH будет равняться. Сторону AB мы обозначили через А. Все это умножить на синус угла А. Угол А равен альфа. Подставим нашу высоту BH в ранее написанное выражение для площади треугольника. Тогда у нас получается, что площадь треугольника ABC будет равняться 1/2 AC, AC мы обозначили через B, умножить на высоту BH. Высота BH – это A, умноженная на синус угла альфа. Что и требовалось доказать. Рассмотрим второй случай, когда угол альфа прямой. Тут поступим так же. Напишем формулу площади для треугольника ABC. Площадь треугольника ABC будет равняться 1/2 основания AC умножить на высоту, проведенную к ней. В нашем случае это сторона AB. Подставим сюда наши данные. Тогда у нас получается, что площадь треугольника ABC будет равняться 1/2 сторона А умножить на сторону B. Рассмотрим синус угла А. Синус угла А – это синус угла альфа. Угол альфа в втором случае равен 90 градусов. То есть у нас получается синус 90 градусов. Синус 90 градусов – это табличная величина. Она равна единице. Таким образом, мы получаем, что площадь треугольника ABC будет равняться 1/2 сторона А умножить на сторону B и можно умножить на единицу, на синус угла альфа. Что и требовалось доказать. Рассмотрим третий случай, когда угол альфа будет тупым. Рассмотрим треугольник ABC и напишем для него площадь треугольника. Площадь треугольника ABC будет равняться 1/2 основания AC умножить на высоту, проведенную к ней, на BH. Рассмотрим треугольник ABH и напишем синус угла BAH. Синус угла BAH будет равен отношению противолежащего катета, это BH, на гипотенузу, на AB. Выразим отсюда высоту BH. Высота BH будет равняться сторона AB умножить на синус угла BAH. Рассмотрим два угла. Угол BAH плюс угол BAC в сумме дает 180 градусов, так как это смежные углы. Выразим отсюда угол BAH. Тогда у нас получается, что угол BAH будет равен 180 градусов минус угол BAC. Откуда мы получаем, что угол BAH
будет равен 180 градусов минус угол BAC. Угол BAC мы обозначили через альфа. Рассмотрим синус угла BAH. Синус угла BAH можно записать как синус от 180 градусов минус альфа. Ранее мы это доказали. Воспользуемся формулой приведения, и мы получим синус угла альфа. Тогда, используя ранее написанное выражение с решеткой, мы получаем, что высота BH будет равна сторону AB мы обозначили через A умножить на синус угла BAH. А мы доказали, что это синус угла альфа. Теперь подставим в ранее написанное выражение для площади. Тогда площадь треугольника ABC будет равняться 1 второй стороны AC, это B, умножить на высоту BH. Это A умножить на синус угла альфа, что и требовалось доказать. Теорема доказана. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.